Я думаю, что праздники в любом случае нужны. Чем их больше будет, тем лучше. Мы по-прежнему отстаем по количеству праздничных дней от всего мира. Другой вопрос, что для меня это праздник, понимаете? Для меня это возможность наконец-то прочитать то, что я не прочитал. Наконец-то у меня там 40 фильмов лежит, которые я никак не могу посмотреть. У меня возможность встретиться с друзьями, которых не вижу полгода. Но я знаю, что у огромного числа людей это полный вакуум. Он не знает, чем себя занять. Известно, чем русский человек занимает себя, когда нечем занять. Вот это трагедия пустоты, понимаете? Когда праздник накладывается на внутреннюю пустоту, это ужасно.